Добрый вечер, друзья! Вы не поверите, кто у нас в гостях. И вообще вопрос, в гостях ли? С вами постоянная рубрика нашего канала под названием «Распаковка с мутантом». И в гостях у нас, опять же, в гостях ли? Петр Ильич Паркер, собственная персона. Здорово, Петр! Петюлю, давай быстрее! Паучью петюлю. Давай про Петра Ильича Паркера, давай будет побечь шутить. Да, почему? Мне кажется, Димка Сындук опять зайдет в какую-нибудь там группу Turtle Power, например, да? Случайно так вот краем глаза зацепит вот этот момент, и потом у него шутка в Твиттере появится какая-нибудь оригинальная. Блин, а ты боишься, что будут шутить, да? Да, а нам за это не заплатят. Блин, а нам за это не заплатят. Не отчислят нам за это. Это вообще на самом деле. Хоть да, хоть бы получали, что ли. Так что давай сегодня без шуток, без хохм, без каламбуров. Итак, это будет самый серьезный выпуск. Потому что он посвящен Фуджибоксу. Фуджибоксу. Два. Двум Фуджибоксам. Двум. Дважды два. Давай покажем, что мы имеем в виду. Давай покажем. Доставай свой Фуджибокс. Это, друзья, Фуджибокс. Два. Две штуки. Два Фуджибокса. Итак, друг мой, мне стоило бы попросить вас зачитать список того, что мы можем увидеть в данных Фуджибоксах. Достаньте свой спайдмобиль. Какой мобиль? Спайдмобиль у меня припаркован там стоит. Спайдмобиль. Спайдерфон. Спайдерфон, точняк. Так. В этот раз у нас боксики как-то, честно говоря... Не ахти? Не то, что не ахти, но я вот тут... Они состоят всего из двух обязательных пунктов. Первый — это лимитированный Fujitoid от NDW, который, казалось бы... Сколько раз я его назвал эксклюзивом в нашем с тобой прошлом выпуске? Он был очень эксклюзивным. Он был очень эксклюзивным, но несмотря на это, как я и предполагал, далеко не весь тираж был реализован в первой партии, поэтому, да, выпустили Fujitoid. Может быть, люди просто очень хотели, чтобы у них был Fujitoid спецвыпуск. Почему нет? Так его не допечатывали, это все тот же тираж. Все те же 2000 экземпляров. Ё-моё, вот это, конечно, поворот. Вы понимаете, друзья, вообще к чему я клоню, да? Нет. Второе. Комикс «Черепашки-ниндзя» и «Тайная история клана Фуд». А вот это интересно. Это уже интересно. Крутая эта ПБшечка, которая прям... Два-два-два. Которую все ждут. Так, а что по ништякам? Ну-ка, давай. А вот что у нас по ништякам. Дополнительно вы можете получить в боксе один из ниже перечисленных бонусов. Внимание. Первый. Фигурка Фуджитоида. Всего в одном боксе. Всего в одном боксе, ну, друзья. Я надеюсь, что в одном из этих боксов. Ну, конечно, мы поэтому два и заказали. То есть да. Мы ожидаем, что в одном. Если не в одном, то в другом в любом случае. Да, да. Второй. Деревянный магнит черепашки ниндзя в каждом третьем боксе. Но это уже что-то более реальное. Да, на самом деле. И, наконец, 3D-очки в виде повязки черепашек в каждом 50-м боксе. В этот раз что-то без конфет, да? Ну, конфеты... Ну, хотя, вот признаюсь честно, вот если бы мне попались конфеты... А, я настолько не верю в то, что тут могут попасться конфеты, что если бы мне попались конфеты, я бы съел свои... Конфеты я бы съел, да. Обалдеть. Да, друзья мои, конфеты попадаются, но да. Конфет не будет. Никаких. Ну что, давай, наверное, параллельненько вскрывать. Давай, как обычно, мы аккуратненько открывать наклеечку. Давай только, да, сделать это абсолютно синхронно. Давай. И вытаскивать вот ровно по одному аналогичному лоту. Хорошо. Вот я свою наклеечку отклеил, а ты? Ну, я тоже. Итак, давай, наверное. Вскрываем. Вскрываем. Скальпель. О, ну, смотри, самое интересное, что я уже заприметил, это флаер. Подожди, позволь мне достать свой флаер. Да. Друзья мои, мы все в флаерах. Да, это флаер на большой фестиваль комиксов. Ты пойдешь на него? Ой, я занят, наверное, буду в эти дни. Там супергеройские дела. Ой, ну понятно, все понятно. Ладно, хорошо. Итак, следующее, что мы достаем с тобой, что мы достаем? Ну что, для меня это уже второй, например. А для меня все-таки первый. Для тебя это первый. Фуджитой! Я полагаю, это абсолютно тот же тираж, да, 2000 экземпляров. Все то же самое, просто в первых коробках были проданы не все. Точнее, не все были запакованы в коробке, поэтому выпустили вторую партию. Что я могу отметить?
Вот уже второй раз нам попадаются комиксы без пакетиков. Да. Ты обратил внимание? Да. Ну давай, чтобы как бы... Чтобы не чувствовать себя неловко и чтобы магазин 28 не чувствовал себя неловко, давай, я специально взял пакетики. Давай поместим их в пакетики, и как будто бы они так и были. Давай, хорошо, мы сделаем это за тех ребят, которые как бы, ну, должны были. Ну, забыли. Слушай, есть еще вариант, что на почту кто-то вскрыл наши коробки и достал пакеты. Запросто. А картонка тут есть? А картонка есть, конечно. Ой, спасибо. Вот. Да и ТПБшки тоже положим после того, как их посмотрим. Так, ну я готов, ты готов? Ладно, я это сделаю позже, но будем считать, что это сразу было запаковано в пакетике, окей? Итак, друзья мои, пакетик. Спасибо магазину 28 за то, что можно купить пакетики для комиксов, на самом деле. Это очень здорово. Итак, откладываем. Хо-хо-хо-хо! Вот как! Подождите, смотрите, друзья мои. Итак, у нас две коробки. Есть две коробки. Нам попалась, ну, ТПБшечка, «Тайная история клана Фуз». Ой, ваша коробка ушла. Давайте я и мою выкину. Ушла на дно. Итак, «Тайная история клана Фуз». Замечательная ТПБшечка, я думаю, нам будет очень интересно почитать. Ну, знаешь, в каждой третьей коробке. У тебя каждая третья оказалась. Мне попалась каждая третья коробка с вот таким магнитиком. Магнитик в виде панциря, черепашек-ниндзя. Нечто подобное мы выжигали, кстати, в детстве в школе. Не думайте, Петр Ильич, нет? Мы ничего подобного не выжигали. Да, мы лобзики пилили в школе. Лобзиками, а не лобзики. Мы лобзиками пилили лобзики. Ага, вот так, кстати, оригинальное, между прочим. Безотходное производство. Определенно. Итак, давайте мы тогда оденем наши книги все-таки в обложку. Это мы уже сделаем за кадром, я думаю. Вы думаете? Пиксель Дэвил, ты съел наши конфеты. Пиксель Дэвил. Мы тебе это не простим. Мало того. Что еще сделал Пиксель Дэвил? Он съел нашу фигурку, одну единственную. Одну единственную фигурку? Которая была на весь тираж. Как так? Что еще он сделал? Я не знаю, он... Мне кажется, это он вытащил пакетики из коробок. И вот это попадос. Пиксель Дэвил, ну зачем быть таким злым? Зачем ты съедаешь конфеты детей, которые очень ждут? Слава богу, флайер оставил. Ну это нормально, почему нет? Флайеры и есть флайеры. Итак, друзья мои, спасибо большое. С вами был Петр Ильич, Сергей Назаркевич. Наша ныне принятая рубрика под названием «Распаковка с мутантом». И увидимся в следующем выпуске. Спасибо, всего доброго. До новых встреч, друзья. До новых встреч, друзья. Почему нам не положили ничего? Нормально. Не плачь. Все хорошо. Ладно, Туша. Нет, сначала картонку надо. Дай мне, пожалуйста, я засуну ТПБшку. Сейчас все. Как же тяжело делать это в маске. Вообще, я маске, тоже перемещу на маске. Маске все делать тяжело, на самом деле. Ты смотрел фильм «Маска»? Да. Вот ему было не тяжело. Но у него другая маска была. Но ему наоборот. Другие свойства у него, точнее. Так, картонку я тебе дам. А, еще одну картонку тебе дать. Картонку. Я себе картонку возьму. У всех будет картонка. Отлично. Картонку ты мне дала, пленку. А что, пленку? Что я тебе пленку? Под ТПБшку не дал. Сейчас дам. Что надо быть таким злым? Как Пиксель Дэвил. На. А почему все достается Пиксель Дэвилу? Такая вот. Спарю.